Приветствую, я Дэрик Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. И сегодня мы поговорим о том, что мы крестились во Христа. Мы находимся в серии о христианских основах мы рассматриваем фундаментальные доктрины Христа, важные доктрины, необходимые нам для того, чтобы построить дом нашей жизни, для того, чтобы созидать наш характер. Эти фундаментальные доктрины названы молоком слова. Они как бы являются цоколем дома, который мы должны построить. Они учат нас строить на правильном основании, на основании самого Христа. Именно на нем мы должны строить нашу жизнь. До этого, а в этой серии, мы делали ударение на первых двух доктринах, на обращение от мертвых дел и на вере в Бога. Это Евреям 6 глава. Затем идет доктрина, то есть учение. Учение о важности Слова Божьего в нашей жизни. И затем непосредственно то, о чем мы будем говорить сегодня. Фундаментальные основы крещения. Существуют три основных крещения, которые должны иметь место в начале нашей христианской жизни. Мы видим это в книге Деяний. Во многих случаях они в один день получали все три крещения. Слово крещение означает погружение, полное отождествление. Погрузившись, ты становишься одним целым с той средой, в которую ты погрузился. Вы соединяетесь. Итак, три крещения. Первое крещение во Христа осуществляется Духом Святым. Это происходит в момент вашего спасения. Вы креститесь во Христа. Мы будем говорить об этом сегодня. Второе крещение — это крещение водой. В идеале оно должно происходить вскоре после крещения во Христа, потому что водным крещением вы свидетельствуете, что крестились во Христа. Вы показываете, что с вами произошло, потому что крестившись во Христа, вы отождествили себя с Ним смертью, погребением и воскресением. Поэтому ваше крещение водой должно быть с полным погружением. Вы погребены под водой со Христом, отождествляя себя с Ним, и вынырнув, вы воскресаете к новой жизни. А третье крещение, о котором мы поговорим в следующем выпуске этой серии, это крещение в Духа Святого. Это крещение дает нам силу для того, чтобы служить и делиться Евангелием. Нас крестит Духом Святым сам Иисус. Но сегодня мы рассмотрим крещение во Христа. Это фундаментальное крещение, и нам важно понимать, что мы во Христа крестились, потому что, не зная вашего крещения во Христа, вы не знаете, кем вы на самом деле являетесь. Потому что выражение «во Христе» встречается в Писании очень часто. Оно говорит нам, кто мы во Христе. Когда вы родились свыше, вы приняли новую идентификацию, вы стали ребенком Бога. И теперь многие вещи стали истиной о вас. Вы теперь во Христе. Во втором послании Коринфянам сказано, что все обетования Божии да и аминь во Христе. Христос является нашим Заветом с Богом. Христос умер за нас, и на кресте Он купил для нас всякое благословение. Все благословения, благословения спасения, вечные жизни и все наше наследие. И Он поместил все эти благословения в самом Христе. Поэтому все благословения во Христе. Поэтому в тот момент, когда вы принимаете Иисуса своим Господом, приходит Дух Святой и крестит вас во Христа. Приняв Иисуса, вы получаете позволение креститься во Христа. Вы помещаетесь во Христа, вы соединяетесь со Христом. И теперь, когда вы во Христе, все благословения, которые совершил и завоевал для вас Иисус, теперь ваши, потому что вы во Христе не за какие-то ваши заслуги, но просто потому, что вы приняли Христа, и теперь вы во Христе. И все благословения ваши, все обетования Божии, да и аминь во Христе. В послании к Ефесянам, 1 главе, 3 стихе, сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть, ключ в том, чтобы быть во Христе. А во Христа вы помещаетесь действием руки Божией, Его благодатью. В момент, когда вы принимаете Христа, Дух Святой крестит вас во Христа, и вы изменяетесь вовеки. Вас фактически забирают из Адама и помещают во Христа. Это стоит объяснить более подробно. Это фундамент вашей христианской идентификации. Нужно понять, что есть два вида истины. Истина на опыте и истина нашего положения. Истина того, что видимо, что можно ощутить и пережить с помощью органов наших чувств. Это естественные факты и чувства. Это истина временно, потому что она может измениться. С другой стороны, истина нашего положения неизменна. Это является истиной о нас от самого рождения. Какими бы ни были наши чувства и поведения, они могут изменяться, но истина нашего положения неизменна. Она не зависит от того, как мы себя чувствуем, что делаем и так далее. К примеру, я родился с ДНК особи мужского пола. Это истина о моем положении. Я ничего не могу сделать, чтобы это изменить. В ДНК заложен мой рост, вес и так далее. Я принял от своих родителей истину о моем положении. Но на самом деле, еще до этого я принял истину о моем положении от Адама, потому что все мы рождены в Адаме и унаследовали много последствий изменить которые не в наших силах. Адам, как глава человеческой расы, согрешил и взбунтовался против Бога. В результате он принял в себя греховную природу, проклятие и смерть. И, к сожалению, все рожденные водами рождены с таким же положением перед Богом, то есть под проклятием и даже под гневом Божьим. Мы приняли все это просто потому, что мы были водами. Мы были духовно мертвы, грешники под силой греховной природы, в царстве тьмы, обреченные на страшную судьбу, просто из-за нашего положения водами. Мы его унаследовали через то, что родились водами. Это и духовная смерть, и все остальное. Такова истина о нашем положении водами. Никакие наши действия или ритуалы не могут этого изменить. Мы были грешниками по своей природе, мы были грешниками водами. Адам совершил зло. Христос совершил добро, потому что Иисус стал вторым Адамом, принеся себя в жертву, стал нашим представителем. Поэтому Иисус должен был прийти как человек и представить нас перед Богом. На кресте Христос отменил наше старое наследие в Адаме и избавил нас от проклятия этого наследия. И как наш представитель по Своем воскресении, Он получил для нас всякое благословение, Слава Господу! Он воскрес новым творением и получил от Бога всякое благословение. Если Адам принес нам только проклятие, Иисус, как совершенный человек, принес нам все благословения. И теперь Он предлагает Его нам. Все, что нам нужно, это перейти из нашего положения в Адаме в новое положение во Христе. И тогда все благословения будут нашими автоматически. Как смерть пришла через наш союз с Адамом, через наш союз со Христом, к нам, к тем, кто во Христе, сейчас приходит обильная благодать. Хорошая новость в том, что нам ничего не нужно делать. Мы были обречены просто потому, что были в Адаме. И теперь, когда мы во Христе, мы имеем Его праведность, Его жизнь и Его благодать. О, слава Господу за это! Просто потому, что мы во Христе. Ключевой вопрос — где вы? В Адаме или во Христе. В Адаме вы под проклятием, во Христе вы под благословением. И это не зависит от ваших дел, это ваше положение. Слава Господу! Как сказано в послании к римлянам, 5 главе, 17 стихе. «Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут будут царствовать посредством единого Иисуса Христа. Через Христа нам дана праведность, и мы имеем праведное положение пред Богом, и благодать Божью, Которая дает нам силу царствовать в жизни. Еще Павел говорит: дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни Вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Это прекрасная новость. Водами никакими своими добрыми делами мы не могли ничего изменить. Но Бог дал нам шанс избежать такой судьбы. Бог дал нам второго Адама, наш второй шанс. И наша единственная надежда лишь в том, чтобы преклонить колени пред нашим Господом Иисусом Христом и принять Его как нашего главу. В этот момент Дух Святой забирает нас из Адама и помещает во Христа. Мы получаем рождение свыше, принимаем в себя Духа Святого и все благословения. Поэтому Иисус сказал, что надобно родиться свыше. Вы должны родиться свыше во Христе. Поэтому сейчас, если вы приняли Христа, вы забраны из Адама. У вас все еще есть тело и греховная природа, унаследованная от Адама. Она будет заменена только после вашего воскресения. Но вы настоящие уже во Христе. Вы имеете положение в Нем. И теперь вы достойны всякого Божьего благословения. У вас теперь новый Дух. Поэтому во втором послании Коринфянам 5, главе, 17 стихе сказано, кто во Христе, то есть в тот момент, когда вы крестились во Христа, вы родились свыше. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вы теперь совершенно новое творение. Вы больше не в царстве тьмы, но в царстве Божьем. Вы уже не под грехом, а под благодатью. Вы изменились. Теперь все благословения ваши. Теперь все новое. Теперь все Божие. Все, что вы теперь имеете во Христе, это Божие. Ваш дух теперь Божий. Божий. Вы рожденные свыше Божье дитя, просто потому что вы приняли Христа и помещены во Христе. Аллилуйя! Иисус жил праведной, совершенной жизнью. Он полностью был принят Богом. Его жертва и воскресение говорит о том, что Бог его полностью принял. Но Бог принял Иисуса не только ради Него самого, но ради нас. И все, кто во Христе, полностью приняты Богом во Христе. Аллилуйя. Ефесянам 1 глава 6 стих гласит, что мы приняты возлюбленным. Бог совершенно возлюбил Христа. И теперь, когда мы приняты во Христе, Бог принимает нас и любит нас так же сильно, благодаря Христу, принятому за нас. Слава Господу! Сейчас я хочу показать вам ключевые места Писания о крещении во Христа. Прежде всего, это первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Тут говорится «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». И все напоены одним Духом. Слава Господу! Когда вы уверовали во Христа, именно Дух Святой крестил вас во Христа. И когда вы во Христе, вы в Союзе со Христом, и вам принадлежат все благословения Нового Завета. Здесь сказано, что мы все напоены одним Духом. В момент, когда вы приняли Христа, к вам пришел Дух Святой, и вы напоены им, вы рождены свыше. И также сказано, что вы крестились в одно тело. Мы сейчас тело Христа. Мы во Христе. Он глава, а мы тело. И мы в союзе со Христом. Аллилуйя! Мы под Его главенством, поскольку приняли Его как нашего представителя. В послании к римлянам, 6 главе, 3 стихе сказано: неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса? Это случилось в момент нашего спасения. Смерть Его крестились. То есть, как только вы соединились со Христом, вы крестились в Его смерть. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос в воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть здесь говорится, что как только вы крестились во Христа, ваш ветхий человек умер со Христом, вы были погребены со Христом, и теперь через отождествление с Ним вы воскресли со Христом. Вы теперь новый человек, соответствующий жизни воскресения Христа. А вот что случилось в момент вашего крещения во Христа. Все, что совершил Христос, было применено к вам. Ваши грехи прощены, и вы освободились из царства тьмы и сделались новым творением. Аллилуйя! Вы воскресли со Христом. И также он говорит, что если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Аллилуйя. Все это произошло в момент, когда вы крестились во Христа. Вы стали новым творением. А далее мы посмотрим послание Галатам, 3 главу, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Аллилуйя. «Все мы, кто крестились во Христа, облеклись в Него, мы одеты во Христа и в Его праведность, и мы приняты Богом так же, как как Бог принимает Христа. А вот что говорится в послании к Ефесянам 4 главе, 4 стихе и вплоть до 6. Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Все христиане крещены одним крещением. Крещением во Христа. Вы крестились во Христа в момент вашего спасения. Есть и два других вида крещения водное и крещение Духом Святым. Но не все христиане обязательно крещены этими двумя видами крещения. Хотя это необходимо, но крещение, которое объединяет абсолютно всех верующих, это крещение во Христа. Также об этом говорится в послании к Колоссинам, 2 главе, 11 стихе. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». То есть здесь описано, что происходит при рождении свыше. «Вы обрезаны совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Мы уже говорили в рамках этой серии, что говоря о греховном теле плоти, имеется в виду греховная природа. Ваша греховная природа все еще... Еще находится в вас, но здесь он говорит, что когда ваш дух родился свыше, вы поднялись и отделились от своей греховной природы. Раньше ваш дух был под господством вашей духовной природы, вашей плоти, но сейчас вы получили обрезание вашим сердцем, и поэтому ваш дух отсечен, он отделен от вашей греховной природы. Он уже не в ее плену вы теперь свободны в вашем духе. И дальше говорится, что это произошло во время вашего крещения. Не водного крещения, а крещения во Христа. Тут сказано, быв погребены с Ним в крещении. Помните, что в римлянам говорилось, что мы погребены со Христом в крещении Христовом. Итак, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Аллилуйя! То есть, когда вы крестились со Христом, вы умерли со Христом, погребены со Христом и воскресли со Христом. Вы новая личность, ветхий человек мертв ваша ветхая жизнь в прошлом. Вы стали новым творением во Христе. Аллилуйя. А во Христе все благословения теперь ваши. Слава Господу за то, что мы приняты во Христе, и все, что нам нужно, это осознать, что когда мы были в Адаме, мы ничего не могли сделать, чтобы спасти самих себя. Мы не могли изменить истину о своем положении. Я не способен изменить свою ДНК, но Бог предлагает вам новое рождение. И когда вы принимаете Иисуса, как вашего главу, вас помещают во Христа, и тогда все, что совершил для вас Христос, применяется к вам. В частности, Дух Святой входит в ваш дух и дает вам рождение свыше. И теперь у вас совсем новая судьба во Христе. У вас совершенно другая природа. Вы теперь Божье дитя. Вы соединены со Христом. Вы в теле Христовом. Вот в чем отличие. В первом послании к Коринфянам 15 главе он говорит, как водами все умирают, так во Христе все живут. Все зависит от того, водами вы или во Христе. Может, вы думаете, я под проклятием. Может быть, водами, вы под проклятием, но во Христе вы под благословением. Водами все умирают, но во Христе все живут. И поскольку вы во Христе, вас ожидает славное воскресение. Аллилуйя! Не по вашим делам, но потому что вы во Христе. В Адаме вы были грешником. Для этого вам не нужно было слишком стараться. Это уже было фактом о вас. Вы не могли это изменить. Но теперь, когда вы во Христе, вы праведны во Христе. Вам не нужно сильно стараться быть праведными. Вы уже праведны во Христе. Это истина о вашем положении. И поскольку вы праведны во Христе, вы должны начать жить праведно во Христе. Yeah. Но ваше положение сейчас — вы под Христом и под Его праведностью. Вы под благодатью. Это то, кем вы являетесь в Новом Завете. И Бог говорит вам, начните жить в соответствии с этим. Живите по благодати, которая принадлежит вам в Иисусе. Но вы должны осознать, кто вы. Вы во Христе и соединены с Богом. Вы принадлежите Ему. У вас есть полное право черпать силу из Божьей благодати во Христе и жить с новой жизнью. Для того, чтобы знать, кто мы, мы должны изучать Слово Божие. Если мы не будем обновлять наш ум, мы так и будем жить, как ветхий человек. Иисус сказал, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если вы настойчиво будете изучать Слово Божие, вы откроете для себя, кто вы во Христе. Откройте для себя эту истину, и станете жить в в соответствии с этой истиной и обретете свободу, потому что вы настоящий уже свободен от греха и имеет победу. Во втором послании к Коринфянам говорится, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть, если мы в нем, если мы во Христе, то мы праведность Божия. Начните жить как праведность Божия. Это то, кем вы являетесь. Это ваше положение и даже ваша природа, потому что в ваш дух сейчас вложена Божья праведность. Вы будете ходить в духе, и эта праведность начнет проявляться. То есть вам нужно осознать, кто вы, и хорошенько заглядывать в зеркало Слова Божьего. Чтобы увидеть, что вы праведность Божия во Христе, поднять голову и начать жить, как праведность Божия во Христе. Но Бог вас сделал праведностью Божией во Христе по своей благодати. Не вы делаете себя праведными Бог сделал вас праведными это то, кто вы есть примите эту реальность того, кто вы и исповедуйте это своими устами я праведность Божия во Христе и вы начнете вести себя соответственно в послании к Галатам сказано, что Иисус стал проклятием за нас на кресте написано, что Он сделал это для того, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников если если вы язычник, то через Иисуса Христа на вас теперь Божье благословение. Вы благословены. Вам не нужно делать что-то особенное, какой-то ритуал или особое пожертвование, чтобы получить благословение от Бога. Вы уже благословенны Богом. Это то, кто вы. Вы благословенны и являетесь благословением. Слава Богу! Если вы во Христе Иисусе, то на вас благословение Божие и Его благодать. Между вами и Богом нет барьера, если вы во Христе Иисусе. Вы крестились во Христа. Вы должны Знать, что ваше крещение во Христа означает, что вы отождествили себя со Христом в Его смерти и воскресении. Все, что Он совершил для вас, ваше. Аллилуйя! Иисус забрал ваш суд и ваше проклятие. Если вы в Адаме, то да, вы под проклятием и судом, но в тот момент, когда Бог забрал вас из Адама и поместил во Христа, вы стали свободным человеком. Мы должны пробудиться и, наконец, осознать, кто мы во Христе. Мы теперь новое творение. Древнее прошло, и теперь все новое. Вот как говорится об этом в послании к Ефесянам. Здесь сказано, что по милости Божией нас, мертвых, по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, и мы спасены благодатью. Он воскресил нас со Христом и посадил с Ним, со Христом на небесах, Поэтому в момент, когда Бог оживотворил вас во Христе, Его жизнь вошла в ваш дух, и сейчас ваш дух жив для Бога. И также вы были подняты намного выше, чем начальство и власти, выше вашей греховной природы. Слава Господу! Ваш дух свободен от греха. И также вы посажены со Христом, что означает, что у вас теперь есть господство. Ваш дух теперь свободен царствовать в жизни. Вы приняли жизнь Христа, победу Христа и господство Христа. И в послании к Римлянам 6 главе он говорит так, и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Обращайте внимание на стихи, которые говорят о том, что значит быть во Христе. В послании к Колоссинам сказано, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Если вы во Христе, вы имеете прощение грехов, вы имеете вечное спасение и избавление от власти тьмы, и сатана не имеет власти ни над вами, ни над вашим телом ведь вы во Христе применяете вашу власть во Христе. Поскольку вы одно со Христом, благословение Авраама принадлежит вам во Христе. И также мы преодолеваем все условия. Мы больше, чем победители в Иисусе Христе, возлюбившем нас. Аллилуйя! Бог всегда дает нам торжествовать во Христе. Мы Его творение, созданы во Христе и Иисусе на добрые дела. Просто размышляете над местами писания, где говорится в нем во Христе и вы узнаете кто вы во Христе, ваше положение в нем. это истина о том кем вы являетесь, каким бы хорошим или плохим ни был ваш день. во Христе вы тот кем называет вас Библия. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.